В общем, расклад такой, это второй пьяный за сегодняшнюю ночь. А Антон меня завозит домой, я дошел уже, поднялся наверх на лифте, и такой звонок. Тут кривой. Я говорю, давай быстро возвращайся. В общем, он заехал, он за мной, я домчал быстренько до остановки. Ну, в общем, приехали. И они были, находились, значит, эти ребята у клуба «Плаза» напротив Политехнического института. Ну, соответственно, мы сообщили сотрудникам дорожно-патрульной службы и продолжили за ними их вести, назовем это так. Довели их, здесь они кружились, довели их до замечательного заведения, в кавычках, «Бардак», я не помню, как он правильно называется, на Пушкинской. Куколкин здесь улица. Ну вот, в общем, водитель, паркуясь в этот момент, видит, что сотрудники, припарковавшись, быстро выходят, сотрудник подходит к нему и начинает убегать. Ну, в этот момент сотрудник его задерживает. И возникла такая перепалка, ну, в общем, конфликт. Ребята немножко агрессивничали, ну, в общем, все хорошо, и слава богу, никто не пострадал. Ни одна из зверушек выжила, ни одна из зверушек не пострадала. Ребята нас узнали, срисовали вот здесь, вот сказали, что видели нас по телевизору, видели нас в Ютубе. Наши, в общем, зрители постоянные. Антон, красавчик еще раз. Легенда, конечно, хорошая, но не прокатила. Задачку-то задал, но мы и разрешили. Ты просто балабол, собеседник. Ты уж извини, пожалуйста, тебя реально. Ты просто балабол, собеседник, блядь. Это ты балабол. Это ты, а ты не тыкай, блядь. Ты пиздабол. Это ты стоишь, это ты стоишь. Че вы накосячили? Ты хочешь попадаться со мной или что? А ты что, хочешь, предлагаешь? Че, давай. Давай. Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов, и вы снова на нашем канале «Дорожный контроль». Не забывайте писать комментарии под видео, желательно не один, а несколько. Ставьте палец вверх и не забудьте распространить этот выпуск в своих социальных сетях. Этими действиями вы сможете нас поддержать в виртуальном пространстве и быть рядом на пути к нашим общим победам. Вместе мы сила. Автомобиль этот чей? Хуй значит, не, ну у нас что-то есть, что кто-то им управлял, лицо этого водителя или еще что-то. У вас есть это? Да. Покажи, да. А то я тоже, мне и спать уже пора, мне завтра работа, а я тут сижу. Это тоже не здорово тут сидеть. Покажи, пожалуйста, кому это сделать? Ну, покажи кому-то, я не знаю. Ну, я не знаю, должны, не должны. Ну. Ты можешь обратиться с просьбой, верно? Могу. А у меня на просьбу есть либо отказать, либо... Ну, меня удерживают уже в течение 3 часов. Сотрудник полиции, нет, еще 3 часа не прошло, это первое. Значит, второе. Сотрудник полиции, когда непосредственно тебя задерживал, он видел факт управления твоего. Да потому что ты здесь парковался. Где он видел? Ну покажите мне видео, ну, еще что. Автомобиль патрульного ехал. Кто сзади? Видел? Я тоже видел. Автомобиль ехал позади твоего транспортного средства в момент, когда ты парковался. Ты вышел, он остановился и пошли. В этот момент тебя задержали. Я тоже видел, как ты управлял машиной. Абсолютно. Я тоже видел. Так что, я пьяный, что ли? Да, ты пьяный был, я тоже видел. Я тоже видел, что ты пьяный ехал. Мы сейчас не можем утверждать, что ты пьяный. Есть признаки? Какие признаки? Кто управлял? Ты управлял. Покажи видео, что покажи видео, что я управлял. Ваня, покажи, что я ехал за рулем. Покажи. Дал ответ. Покажи конкретно его лицо. Покажи, что он, блядь. Ну вот смотри. Ну покажи. У него есть этот вопрос. Я ему могу либо отказать, либо уговорить. Вадик, покажи. Я ему отказываю. А он непосредственно в суде, когда оформлен сотрудник полиции в установленном порядке тебя, в судебном заседании, будет возможность ознакомиться с материалами дела, в том числе с показаниями свидетелей. Где свидетели? Если будет иметься видеозаписи, с видеозаписью. Я лично видел, как он... Где ты лично видел? Смотри. Не в ту сторону, Вадик. Подожди.
Ну что, мне не надо рассказывать. Вот я тоже после, сейчас приду и расскажу. После заведения класс я снимаю. Я сейчас тоже приду и расскажу, понимаешь? На этот автомобиль. Какой класс? Покажи, где класс? Ну, какой класс? Давай, что ты рассказываешь? Ну, а что ты рассказываешь? Где класс? Ну, что? Там камера на твой автомобиль прям. Подожди. Давай так, если ты считаешь, я тебе правовую помощь окажу. Смотри, абсолютно. Зачем вы мне? Да я не снимаю тебя. Ну, а зачем ты ее направил на меня? Я ее вообще в руках держу. Я в руках держу. Послушай, абсолютно бесплатно. Я просто кубок держу. Держи, ты нормально держи. За стол. Абсолютно бесплатно. Если ты считаешь, я закрою. Что ты тебя незаконно оформляют? То есть ты не управлял транспортным, правильно? Я вообще шел в клуб. Подожди, ну правильно? Ты не тебе какая вообще разница, я но не понимаю, ты пришел. Я тебе вообще не задаю никакой вопрос. Да ты только что, ладно, это за разговор закончен. Я тебе хотел бесплатно оказать юридическую помощь. Не нужна мне никакая помощь, я стою молча. Ты ко мне подходишь и хочешь мне что-то утвердить. А я тебе говорю, мне ничего не нужно от тебя. У вас документы вообще есть? Что за документы? Вообще, как гражданин российский. Иди пешком, тебе надо бумаги. Гражданин российский есть? Нет, ничего себе. А где находится документ ваш? Дома где-то. Дома. Я где ваш дом? Брал. Дом ваш где? В области. А? В области. С какой области? Воронеж. А с какого? С какой цели? Подозрение. Ну, оформите какой-то документ. Вы сейчас задержите? Пожалуйста. Оформите какой-то документ. Я уже и в милиции был, еще нет. Вы оформите какой-то документ. Я уже 3 часа с вами хожу. А смысл не стоит? Вы ходите всего 20 минут. Где 20 минут? Я уже хожу, и я в милиции был, да, меня пробивали, и тут. И ничего не можете доказать. Я уже 3 часа с вами катаюсь. Поэтому я пошел. Пошли, Коль, вообще. Вы задержите. За что? Чем вы задержите? Чем вы задержите? Чем вы задержите? Вам никто не доверяет на данный момент. Вы просто сейчас. Я Вадим зовут. Вы сейчас? Вадим. Мы просто по дороге шли и задержали. Вы вот идите по дороге. И что, вы задержите? Вы сейчас. Какую? Я уже там сидел, я уже в участке сидел. Вот вы меня тянете. За что вы? Пожалуйста, найдите. За что? Чтобы вам не принимали меры. Что вы повиновение оказывали сотрудник полиции? Пожалуйста, побудьте с нами здесь, просто постойте пока. Сейчас мы выясним, проходили маскачок. А? Нет, я тут стою. Ну что вы меня тянете? Вот что вы мне? Ну зачем вы меня тянете? Ну какие обстоятельства? Я не стою, я никого не трогаю. Зачем вы меня трогаете? Вот что я вам сделал? Я просто стою. Я не хочу никуда не подходить. Зачем вы меня тянете? Что я вам сделал? Ну я по-человечески стою. Я не хочу никуда подходить. Я не хочу никуда подходить. Я тут стою и все. Вы меня сюда привезли. Я и так стою. Что еще? Пошли. Я никуда не сбегаю. Ничего, я стою. Пошли. Я замерз. Так. Да. Пошли. Нет, я не стою. Ну, какой требовательность? Какой незаконный требовательность? За что? Ну, а за что вы меня тянете? Пошли. Нет. Нет. Да какой я маленький? Я стою и стою. Ну а что вы меня тянете? За что вы меня вообще трогаете? Вы просмотр тоже что-то получаете? Ну а что вы меня тянете? Вы стоите и стоите. За что вы меня тянете? Я никуда не хочу идти. За что вы меня вообще задерживаете? Чё? Ну а за что вы меня тянете? Ну подозреваюсь, ну и ладно. Ну а за что вы меня тянете? Открой машину. Да нет, ты документы открой. Да, только документы открой. Как только открою, подожди ко мне. Да, я только заберу, что телефон там летит. Да, Дима. Вань. Смотри, Жень. Приговорился. Дима зовут его. Он говорит, Вов, потом, да, Диман. Ой, Ванька. Слышь, что, этот же проговорился. А? Он его Димой назвал. Дима, да? Да, Дима. Пойдем в документы тогда. Вов, иди сюда, Вов. Что, берешь? Иди сюда. Да что, сейчас, иди. Ко мне. Собака, что ли? Ко мне. Ребят, уходит. Куда ты пошел? Ну ты куда-то туда пошел. Ну ты пошел туда. Я стою, блядь, хочу пиво выпить.
Ну подожди, сейчас с тобой порешат. Не, сейчас с тобой там порешат вопросы, и все будет хорошо. Не надо никуда уходить. Не запрещено, что я стою. Кто уходит? Ну тебе, ну ты пошел. Ты пошел уже, правильно? Ты же пошел. Хочу выпить пиво или что? Я понимаю, тебя попросил. Тебе интересно снимать или что? Я не снимаю тебя, ты мне не нужно снимать. Вадим, не надо кричать здесь, это что-то... Да я уже замерз стоять 3 часа. Ну присядьте, патрульный автомобиль. Смотрите. С чего я должен сейчас... его вообще садить? Я говорю, вы сейчас задержаны на основании того, что вы установление лично. Ну вы составьте какой-то документ. Я уже 4 часа стою без документа, без какого-либо. Уважаемый, вы стоите меньше. Я не буду сейчас с вами еще раз говорю. Давайте по видео посмотрим, по всеми, сколько я уже тут стою, сколько я ездил, еще что-то. Ну, свидетель есть, сколько я ездил, сколько я стоял уже, на какого времени. Уважаемый. То есть вы не можете настолько меня времени задерживать вообще. Уважаемый, я вам расскажу, что неоднократно повторяю. Что вы? Ну, ничего. Вы составьте документы изначально, я уже по времени не могу только находиться только. Личности сейчас. Ну, доставьте меня в отдел, я там был, вы меня сюда привезли. В отдел его? Для установления личности. Я уже там сидел. Сколько там можно находиться? Я не... По тебе данных не... Я вообще, правда, задерживаю. Почему? Да сколько? Уже 3 часа прошло. Все, я могу идти. Только 2 часа прошло. Ага. Посмотрите видео. Я смотрю. Я с тобой. С какого времени, со сколького я с вами катался, с патрульного автомобиля, все записано, сколько я времени уже стою. Я уже замерз, я заболею. Вы мне будете выписывать потом. Вы мне будете потом лечить меня? Тебе предлагали пройтись в Уграцию. Я не хочу. Ну а что даже нет, это жалость психолога. Походи, вот патрульный автомобиль, рейс. Ну а вы потом меня лечить будете или что, если я заболею? А на каком основании вы меня задерживаете? На то, что документов нет, ты паспорт должен быть по себе. Какая разница? Вы что, инспектор это, ППС или что? Вы ДПС. Я сотрудник полиции. Ну, вы ДПС, не ППС. Причем ДПС? Притом. То есть вы делаете свою работу. Так я делаю. Первоначально он полицейский. Ты, если что, ты не знаешь. Ты там недавно тоже вот, не стоишь, снимаешь. Что тебе тоже вот снимается там? Я молодец, тебя снимаю. Чё, в ладошку кто-то. Ну, красавчик, чё. Репортаж какой-то вот неграмотный. А с чего он может? Я не предоставлял, я в суд на него подам. Москву давай, буду писать, давай. Я подам. Он не может, он должен сначала сказать. Замерз. Не хочу. С чего я должен подойти? Так ты замерз. Замерз. Как я могу бросить здесь в беде? Ага, а вы меня задержите. Я хочу идти домой. Ну пока никуда не пойдешь, да, мы же сводим, чтобы полиция, значит, продолжать. Я уже 4 часа тут стою. Ты 1,5 часа стоишь, это не надо. 3 часа, 4 часа я стою. Не знаю. Потому что базе. Ну, с чего это? Я что, уголовный преступник, я что, зэк какой-то или я что? С чего я должен в базе вообще числиться? Потому что ты гражданин Российской Федерации, ну, должен, да, обязан просто числиться. Значит, ты представляешь не тем, за кого ты делаешь, правильно? С того я представляюсь, я не знаю, ну, как мне так смотреть. Но... Может, я сейчас обсуждаю? Ты же знаешь, а вы стоите с ним. Ты сам говоришь, что я не стыкаю, как мало драки сейчас, правильно? Ну, пожалуйста, не надо. Здесь его нет. Хозяина машины, вот здесь вот, которая форма 1, его здесь нету, этого лица. А если вызвать? Вот, слушай. А если позвонить, телефон же есть, позвонить хозяину автомобиля? К нему подойти просто. Нет, если был бы хозяин, то проще, мы бы там форму выставили. Протокол досмотра, да. А это не он. Позвони хозяину. Че ты сразу не допер? Там же есть телефон. И постоять с ними рядом.
Можешь писать. Что? Позвонить ему, да? Ну да, пойдем, да, сейчас я наберу. Проверили форму 1. Нет, нет, нет. Форму 1 хозяина машины. Это Кондратьев Дмитрий Александрович, да? Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Телефон хозяина. Телефон абонента выключен. Выключен телефон. Смотри, он туда полез. Выходит оттуда. Выходит отсюда. Че, знаешь, где нет ключа от дома? Давай, да, да. Ключи от дома, забирай. Да, 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 да. Серёжа, я что, на улице? Ты не открываешь? Еще раз открыть. Еще раз открыть. Ну дай документы еще раз. Забав, что ты меня открываешь? Блядь, я не прошу. Да я вообще, блядь, я с тобой разговаривать не буду. Ходи, блядь, бомжуй туда, чё ты. Чё, бомжуй? Ты не прихуел, бомжуй. Открой бардачок. Ну если прихуел. Чё, блядь, бакуешь? Что, быкуешь? Что ты быкуешь? Чтобы нормально разговаривать. Ну я сел, пси. Вот слушай, Кондратьев Дмитрий Александрович. Это хозяин вообще. Какой Кондратьев? Кондратьев Дмитрий Александрович. Допущен до управления, Дмитрий Александрович. Я думаю, вот это может и есть Кондратьев. Ну может это и есть? Кропушек, пошел, кропушек. Да пока постой, мы сами. Да, да. Эвакуируйте, мы. Послушай, зачем ты открывал эту, как ее называют, машину, там что-то взял? Рассказывай, теперь рассказывай. Что ты там взял из машины, скажи. Эти вещи сразу, у меня, блядь, вообще слит на камеру смотрится. Да я откуда, какая тут? Это как, ты, как улица? Да я откуда знаю, надо посмотреть. Посмотри, сходи. Две, короче, предприятия. Задержка. Милиция. Да я не знаю, как улица. Я был в Воронеж, в раз. Не могу. Чего? Да? Где я тут? Что? Ты же, да. Расскажи, что из машины взял? Смотри, слышишь? Что, спрашивай. Потом из машины женщина, что где, взял? Где, что я взял? Из машины что ты взял? Презервативы, что взял? Презервативы? А зачем в чужую машину залез? Да я хуй настоял в машину. А, и ты зашел. Погреться залез, ешь. В ДПС залазил, меня не пустили, туда залез. Решил в чужую машину залез, да? Ну холодно, ведь на улице. Че, блин, май месяц. Слышь, меня допрашивают. Так, брат, вас никто уйдите, не задерживает. Я вам что, это ваше уже личное, это вы не хотите уходить. А вас никто да не задерживает? Стоим, вон, часа 4 я тут стою. Да я хуй зачем машину. Зашел погреться, блядь. В чужую машину? Да мне похуй, я в ДПС, ну сел так. Чё, ты что, не снимал, когда я садился? Да я снимал. Сними, меня оттуда вынули, блядь. Не то, что вынули, сказали, хуй ты сел, блядь. Погреться, замерз, человек, хуй. Давай, вот так посмотрим сейчас его в одну сторону. Потому что водительском будет фотка, да? Да, снимай, снимай. Это он. Даже причесан взял. Он. Он. Да, он сразу видно. Вот даже выражение «Слава Богу». Слушай, досмотр. Досмотр, да. Все как полагает. Слушай, ну нехорошо представляться другим фамилиям. Я говорю, просто это такой человек. Дим, теперь мы знаем, что тебя Дима зовут. Не Вадик. Ты решил на ходу, наверное, меня узнал и решил Вадиком представиться, да? Нет у вас, да? Сало, нет, Влады у вас появился, нет. Слушай, ну его теперь установили, Дима его все-таки зовут. Чего, Дима? Когда он Дима стал? До свидания. Блин, да так с рождения. Мы вас не задерживаем, нет у вас. Вы можете, вам все отдали, вы сам что-нибудь собрали. Что забрали? Ну вы забрали? Все забрали, все что-то. Нет, слушай, аккуратно, а то не дадут. Кому это? Да ну, слушай, нужен ты по-любому, по-моему. Слушай, ну нехорошо обманывать. Кого обманывать? Ну он людей обманул всех. Но не получилось. Попытался, назовем так. Нет, ладно.
Дима. Вадик, это Дима. Что нам Дима стал? Вадик, это здесь вот видишь. А там Дима сидит. Видишь, ты смешил даже. Вот так вот, да. Легенда, конечно, хорошая, но не прокатила. Задачку ты задал, но мы и разрешили. Какую задачку? Что ты гонишь, Вадик? Знаешь, на чем ты прокололся? Кто прокололся? Ты его окликнул. Ты его Димой назвал. Когда он Димой стал? Сам ты снимаешь, что-то снимаешь. Да почему, не можешь? Все, уже мог бы снимать. Законное право у него есть такое. Что вы кричите? Не надо, не лезьте. Не надо, не надо, в камеру лезть. Теперь уже все. Дима все-таки водительское удостоверение имеется. Откуда же? А он, кстати, ни разу не лишён. Бывает, ты откуда? Самому не слышно. Смешно, что-то смешно. Мне никак, ни хрена не слышно. Не знаю, что ты. Да мне смешно. Закачу и ржу. Нет, воды попить. Так кто у тебя была вода? Да выпил, сколько? Ну, хрена, все нормально выпил. Да мне это. Согласен. Правильно, ты не баба, баба. К нему, мне кажется, никто с такой просьбой не обратился. Первый год. Да. Опять я песню Ленинграда вспоминаю. Очень интересную. Смотрел, Вадик все снимает. А телевизор, я его видел. Можно? Вадик, не знаю. Не, хочешь снимать? Что, да Дима можно снимать? Что, понравилось, Вадик? Не, Дима можно снимать? Какой Дима? Ты где? Ну, вон он сидит. Ну как, сейчас фотография водительского удостоверения, которая где, имеется в базе. Фотография, покажи. Водительское удостоверение имеется в базе. И она полностью совпадает с его вот... Какой базе? Вот, что, сейчас? Он прав, когда был. Да, конечно, есть у него водительское удостоверение. Ну, блядь, уже нашли. Обычно. Вадик, что это? Главное, вообще отойди, хули они снимают, боржать, понял? Да похуй, главное, просмотр. Чё вам, блядь? Да. Просмотр больше, нахуй. Хочешь пожелать, что эту камеру скажи? Тебе на здоровье, побольше. Сейчас водительство выдавалось. Да, есть фотография, там чё-то вот. Вот так вот пройдёшь по дороге, да? Да, тут не замечено, везде, согласен. Дим, куда ты? Пойдем. Слышишь, на Диму уже откликаться стал. Ты молодец хоть теперь. О! Опаньки! И водительское удостоверение есть. Все есть. Подождите меня. Да, ты можешь посмотреть. Димка! Попадался. А фото, аля, вот это хорошее фото. Да я же показывал фотографию. Дим. Вадим. Дим, Вадим, как? Вадим. Вадим. Не хочешь, находимся по адресу Плехановская 9, где водитель Кондратьев Дмитрий Александрович. Стойте на месте. Да ну меня снимают, зачем это? Правильно. Они не предупредили. Я вас буду снимать, приобщать к материалу дела 10.12.93 года рождения. Подозревается состояние алкогольного опьянения. Да я уж тут стою 4 часа. Я вас в присутствии двух понятых. Предлагаю пройти, освидетельствовать. Ну, я после пил. Уважаемый, я вас присутствую. Я пока стоял, я выпивал стакан пива. Да, вы... я принес пиво. Он мне принес пиво, вот он да. Свидетель. Я с ним стоял и выпивал пиво. Он стоял, уже замерз человек. Да, я стоял, замерз, уже там у вас грелся. Уже 5 часов я тут стою. Выпивал когда? Когда мы, когда стояли, мы заебали стоять. За что сжать, непонятно. Пулю зрения, да не надо. Никак не выходил. Как не выходил? Не употреблял. Спиртных напитков не употреблял? Нет. Вы спиртных напитков не употребляли. Мы с вами мы ездили, стояли. Так, уважаемый. Вы снимали нас прекрасно. Я лично его пиво угощал. Вы как не участник, я с ним лично. Вы пройти, освидетельствовать меня согласны через автотек? Согласен, да. Пройти согласны, да? Будете проходить? Да, буду проходить. Ну, я стоял, выпивал уже после, когда стоял машина. У вас все это заснято. Что заснято? Что заснято? Что вы снимали, когда я стоял, пил пиво после? Вот там я стоял и пил пиво. Я свидетель, я тоже имею право. Я лично с него говорю. Вы можете все что угодно. Да я понял. А вы в курсе, даже если вы такую версию выдвигаете, вы в курсе, после остановки сотрудника дорожной патрульной службы, вы не вправе употреблять алкогольные напитки. Вы в курсе?
Вот что теперь, язык проглотили? Какой язык? Мы шли пешком. Подожди. Мы выпили пиво. Сотрудник полиции остановил. Он пытался... Где остановил? Где остановил? У вас есть видеосъемка. Вот автобус. Нет, автобус. Меня кто-то останавливал. Ну, покажи. Мы шли около автобуса. Ну, покажи, что ты, я покажу. А что, у тебя аргументов сразу не стало, когда ты сказал? Когда я тебе ответил на этот вопрос? Аргументов сразу не стало. Проще ретироваться. Каких аргументов? Какие аргументы? А вы опаздываете. Пусть пройдет. Пусть пройдет. Покажи, что мы, блядь, за рулем пили. Да ладно, ничего не говоря, не просмотр набирать. Ёпки, это ютубер, ёбаный. И что ты ему оправдываешься? А что? Кто? Пусть покажи, что мы за рулем пили. Мы шли, блядь, около автобуса, блядь. Кто мы, ютуберы? Ёбаные. Ёбаный ты алкаш, блядь. Пиздовал. В Ленинграде слышал песенку такую? Улыбайся, ржёшь, блядь. Че ты говоришь? БК надо вызывать. Ржёшь, улыбайся. А что ему плакать, что ли? Отойдите с дороги. Сабир. Снимать некого, блядь. Некого. Понимаете, у всех дети есть. Неужели в таком вот состоянии вам приятно? В каком состоянии? В каком состоянии? Так состояние, понимаете? Я употреблял за рулем или что? Уважаемый, вы меня поймали пьяным за рулем. Да, да. Вы меня прям поймали пьяным за рулем. Блядь, а все ездят. Ты просто балабол собеседник. Ты уж извини, пожалуйста, я реально. Ты просто балабол собеседник, блядь. Это ты балабол. Это ты, а ты не тыкай, блядь. Ты пиздабол, я тебе больше скажу. Это ты стоишь, это ты стоишь. В чем пиздец? В чем пиздец? Охуевший, блядь. Это ты охуевший. Нахуй снимаешь. Надо, да. Уважаемый, надо отвечать за свои поступки. За какие поступки? Да, за такие. Да он даже в армии не служил. Да. Че ему вообще объяснять? Да, у меня инспектор, как? Который видел, когда вы остановились, ехал за вами. Вот вы, свидетели, видели за вами, что я просто стоял, потом вы не выпивали. Вот свидетели утверждают. И я утверждаю, что вы у меня не употребляли. Ты докажи, что ты употреблял. Ты молодец. Ты молодец. Я так, ты лично видел и стоял то, что я стоял, пил пиво. Ты лично это стоял. Видел. Дмитрий Александрович, понимаете, я не хочу и даже все инструкторы ДПС видели, что я стоял. Инструкторы ДПС, да вы пропиваете, у вас сколько образования? После, что просто. Видели, что я... Да какая разница, сколько? Какая разница, сколько у меня образование классов? Какая разница? Какая разница, сколько у меня образование классов? Какая разница? Я после стоял, все видели, что пил пиво. Кто это все? Покажите, пожалуйста. Все инструкторы ДПС. Это ваш брат? Какой? Я ваш брат, который свидетелем видел? Нет, он меня вообще никто. А кто же, он вам никто? Ну вот. Это единственный человек, который пил. Мы выпили, вдвоем пьем бокал. После того, как мы, блядь, задержались, блядь, нахуя вообще нас задержали? Мы просто что-то, блядь, пешком ходим, хуй за сколько. Время тратите. Твое еще. Да? А, извините, пожалуйста. Как хоть относитесь к пьяному на дороге? Управляющему за рулем? Дим, как относишься к пьяному водителю? Ты, Жор, как относишься? К чему относишься к пьяному водителю? Каким пьяным? А кто пьяный? Нет, я говорю, как относишься к пьяному водителю? За рулем, который едет к пьяному водителю. Как к ним относишься? Что я должен относиться? Нет, я не... Хорошо, плохо. Вы меня просто поездите. Дубал, снимай, Вадик, выйди на камеру. Вадик. Пусть тебя снимает. Да, да, все нормально. Видишь, вот он наш замечательный Дмитрий Кондратьев. О, нашел его, да? Я просто прям. Ты ВКонтакте или где нашел? Ну, есть футболист. Футболист. Да. Как ты? Отойди. Вот его аккаунт. Видно хорошо? Да. Нахуя вас снимаете? Вот он. Вот он. Все-таки это Дмитрий, а не Вадим. Дмитрий Кондратьев. Я не, вы меня не тормозите. Вы меня не тормозите. Другую сотрудничество. Я присутствую в алкогольном опьянении, я не против. Но вы меня не тормозите. Дмитрий Александрович. Присутствовал когда после того, как вы жили. Я сейчас вас провожу освидетельствование. Скажите, пожалуйста, вы пройти освидетельствование через алкотек. Заводской номер которого? Поехали. 0-0.
3401, который дата поверки у нас действует до 3 марта 2020 года. 003401. Согласны? Согласен, да. Пойти согласны. Набираем в себя полную грудь воздуха и дуем не сильно, но достаточно долго. Набираем. Дуем, выдуваем, дуем, 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 еще, 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 все, 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 хватит. Напил после. Так, еще раз. Уважаемые свидетели, один. Второй. Я принес лично бокал пива после того, как их задержали. Вы ехали. Свидетель, я тоже. Ты заинтересованное лицо. Свидетель. А вы не заинтересованы себе просмотр набрать? Заинтересованное лицо. Я стоял после, у вас все заснято, как я пил пиво. Я прошел мимо. Все, на самом деле стояли и снимали. На самом деле у вас все было заснято, как я стоял и пил пиво. Смотрите, ты увидишь. Видео выйдет, ты будешь там... Да никто не против. Свидетели, все главные. Я согласен с этим, но я пил после. С результатом согласен. Результат 0,864. Вы только что... Я пил после, как вы только вынимали протокол досмотра, устраивали, то ли еще что-то. Это было, все видели то, что я пил после. Чем я заинтересован? Я ничем не заинтересован. Да вы ехали с ним. Кто ехал? Я блядь шел. Ехал Серега, а не мы. Он употреблял. Серега, он в бабе сидит в бардаке, в комнате. Никто не ехал. Он из поля зрения вообще никуда не выходил. Из поля зрения не выходил. Свидетель, все подставные. Все подставные. Да хватит, кого снимаешь? Подставных свидетелей. Нет. Он не выходил. Тем более. Никаких подстав. Вообще ничего, никаких не употреблял. Все. Бля, вот это развод. Реально ютуберы, которые блядь снимают, уважаемый, вот они подожди, были свидетелями. Я... Это нормально, короче, вы считаете. Вот и покажете в суду потом. Я буду судить. Дмитрий Александрович. Это развод, это реально развод. Это развод, реально это развод. Выпивали, блядь. Выпивали, когда стояли, стояли смотра. Все, это потом нашли мои документы. Это вы будете кричать, знаете где? Я принес бокал пива. Да. 100 грамм. Я принес бокал пива. Потом начали показать осмотр, потом оказалось, что я пьяный. Реально развод. 51 статья Конституции Российской Федерации. Я не ездил. 51 статья Конституции Российской Федерации. Какой 51? Это развод. Вы имеете право не свидетельствовать против себя, против своих близких, против своих родственников. Статья 25.1 Кодекса административного правонарушения гласит о том, что вы имеете право знакомиться с материалами дела, пользоваться юридической помощью, давать отводы, ходатайства. Вам права и обязанности понятны? Да, мне все понятно. Расписываться материалом будете? Буду. Подписывать я ничего не буду. Расписываться будешь, а подписывать не буду. Это умные люди, вот что один, что другой. Какие умные? Разводы. Пил стоял после, блядь, когда уже, когда сделали. Пил, я лично бокал пива принес. Какая разница, сколько я выпил? Я лично бокал пива принес после, когда стоял. Все это у них заснято, и думберов вот этих уебучих. Все у них заснято. Обычно. Ебучий ты говоришь. У них все заснято, как я стоял. Пиво пил, у них все было. Машина. Да никто не снимал, Дима. Никто не снимал. Что ты споришь? Что споришь? Что споришь? На YouTube зайдешь, увидишь. Вот да нахуй я это хуй ходил и хуй буду заходить. Ну зайдешь, ну, посмотри. Тогда, нахуй, да. Ну ты знаешь, что он не прав. Да, да что я не прав? Ну ты знаешь прекрасно. Че я знаю? Вместе, блядь, он тебе. Че он не прав? Ну что ты? Че он не прав? Ну ты знаешь, что он не прав? В чем он не прав? А ты, блядь, стоишь и это доказываешь. Я понимаю, что это не повод заступаться за его косяк. Какой косяк? В чем он косячит? Слышь, в чем он косячит? Хочешь попадаться со мной или что? А ты что, хочешь, предлагаешь? Че, давай. Давай. Че ты? Че ты? Че? 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 Что ты снимаешь? Я знаю, что я доказываю. Я за правду. И за справедливость. За какую правду? Да за такую правду. Пизду, правду. За ту, которую я знаю, которую я видел, которая снята на видео. Где ты видел? Ты что, в лицо ее видел? Конечно. Конечно, видел в лицо. Я тебе еще раз говорю, зайдете на канал, посмотрите. Где зайти? Покажи, где канал. Где канал? Я не захожу. Давай на канал, посмотрим. Да, все знают, где надо смотреть. Скажи, гиперссылку мне. Да. Покажи, покажи канал, как зайти. За пиздобольство отвечаешь. А я за право тут стою. Понятый, а, вот. И мне есть своя. Ты бьешь, у меня перед руками камера. Мне не стыдно, я верю, что понял. Вот, вы же сидели. Вот ты реально сейчас выставляешь тебя. Ты же не хочешь показаться.
как управлял транспортом. Да, да. Он продулся. Продулся, да. Вот у тебя друг попадает. Ты только не знаю, медицинский. Правда? Хули ты меня снимаешь? Конечно, буду правда. Пошу в косяках упорол. И мне сказать. За косяк. Нет, это ну, а зачем? Ну он просто согласен, на месте зачем? Ну ему даже шептываться. Ну отлично. Так, смотрите, присутствие у вас, чтобы он был отстранен, понятые, присутствие у вас был отстранен, гражданин, гражданин с результатами согласен, сейчас опросим вас, и вы можете быть свободны. Прощайся. Что-нибудь подписчикам, нашим зрителям, телезрителям скажешь, Дим? Хорошего. А? Ничего хорошего не скажешь? Больше не езди пьяный за рулем, хорошо? Удачи тебе. Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока. Thank you.